Отлично. Так, вот это full screen. Нету. Так, да поехать, трик, да. Мы сегодня ждали большой БРБ, без трудностей. 25. Ну, что строится на следующем матче. Thank you for answering the questions. Альвес. Новая позиция. Ты подходишь. Альвес. Они хотят Альвес. Интерес 7 миллионов. 49,5. Что-то говорю. Когда он хочет его посадить? Конечно, непонятно. Так, давай Пеп вот так вот. Вот типа вот 60. Да, сейчас Пеп. Сейчас поймем. Отлично. Так, а мне теперь надо кого-то... Ну, Месси, может. Не, Месси откажется. То есть у нас снова... Нападение кого-то. Ди Мария, Дракслер. Дракслер, не. Ди Мария, может, нет, 33 лет. Малиновский. Тебе может быть тоже? Не-не-не, я это привыкла просто показывать. Малину пикнуть. Малина. Ну, малина хороший, но... Малина хороший, но малина не то. Малина не то, она то кого-то... Вот такого. Позиция многообещающая. Хави Симмонс. Не то. Любая позиция, любые характеристики. Окей. Мастер стартов. Вот это надо. А, нападение. Ди Мария опять, Малиновский. Неймар. Неймар откажется играть с нами. Дибала. Дебал откажется. Дебал откажется. Либо позиция первый класс. Но... Асимхин. Винисиус. Винисиус. Не, Винисиус не то. Тимо Вернер. О, Тимо Вернер хороший, но... Переговоры запрещены. А сколько Левадовскому лет? 33? Это, Лен. Левандовскому все-таки 33 ему. А я сейчас посмотрю. Ибрагим. Да, да. Ибрагимович. Ибрагимовичу 40 лет. Ага. Футболисту еще расти и расти. Да. Так, Маура.
23, 29. Вернера. Ну, какой Вернера номер? А, хотя... Не надо. Да, я тебя недооценила. Так. Я просто лепила эти дрожки как-то по своим неоднократным. Стерлинг. Стерлинг отказывается, этот отказывается. Проект отказывается. Хотя. Левандовский, шик. Кейн. О, Кейн. Кейн. Не, Кейн отказывался. Вот этот можно согласиться. Лукаку, Вернер. Ну, Вернер. А как он? Насколько он быстрый? Разгон. Он быстрый. Давайте договоримся. О, с лондонского клуба. Так. Я хочу его купить за 52. 52 миллиона, понятно? Ячка. 54. Не, дорого. Дорого, давай. Вот так вот. 77. Отлично. Тоже маленький, хотя 180. 180. Ну, такое. Важное, окей, важное. Без Б. 5 лет. Отлично. А без отступных. 105 тысяч, миллион. Ну, зарплату тебе подниму. 20. Вот так. Отлично. Окей. А какой у Вернера номер был? А какой у Вернера реально номер? Тимо Вернер, у него номер 11, у него номер 11, а у меня номер 11 это Бейл. Можно переделать. Так, как все равно надо в каждой тактике поменять его. Я еще делала с резонансом лосося. Лерва, да, какой-то курс направить. Тимо Вернер, форвард, план развития. Так. Ой, тихо. Не та песня. Так. Таргетмен. Да, прокачать. Ловкач. Вот это хороший у него. Время атаки прокачается. Финты. Мобиль нападающий. 3 штрафных ударов. А пенальти что будет качать? Ловкач вот это. Ловкач. Все-таки у него скорость есть. Ему надо просто научиться убить. Дальше. Мартинес пришел в Челси, а Вернер. Стадион Кнел. А, наш Кне. А, мы типа в Норвиче. А, я понял. Как оно работает. Я влезаю первый мяч за. Вот,
Но такое. Все оказывается в Норвиче наш. Надо было все-таки. Так, Альвес продан, отлично. За 60 продал. А купил Вернера за 60. Тоже 60. Ну, 61, да? Такое. Без особой прибыли. Так, и Челси. Вернер ушел. Так. Тут капец. Потратил 681 миллион. А, не, купил на 681 и потратил на 68. Здесь получил 68. Да. Not Stonks. Но если что, будем продавать игроков и покупать более дешевых. Ой, как Ньюкасл. Ой, Лассетте ушел в Лестер Сити. АТЗ-то. Отлично. Так, ежемесячный отчет по скаутам. 93. Подписываю контракт. С тобой. С тобой. 84. Классно, у него борода в 16 лет. Кавалин. 17 лет такая борода. Вот бы людям 17 лет такие бороды иметь, как у тех людей. Дальше. Арсенал. О, английский клуб. Ой, английский. Лондонский клуб. Бен Едер, Дегард, Першич, Пепе, Тете. Симонс. Нептуфил ДТР. Мэнтинген. Is back. Отлично. Поехали. Вернер. Вернер открывает счет на 9-й минуте. Дебютный гол. Отлично. Желтая карточка. Не, нормально. Маркс. Ой, какой штрафной опасный. Нет, я тут ничего не сделал. Давайте, пацаны. Я вас верю. Ах, сейчас Адгард, сволочь. Давай. Ну, хана Арсеналу. Поехали. У меня Вернер, Депай. У меня все есть. Диаби, Диаби. Ну, Диаби просто обходит всех защитников, я не знаю. Ну, как это, как Винисиус Джуниор в прошлом году. Он просто всех обводит, а он забить не может. Маркс. Ой. Отлично. Значит, как-то Арсенал удивляет своей игрой. Хороший. Но отлично. Так.
Фудан. Фудан. Навес. Фудан навес. Депай. Депай второй этаж не умеет. Сейф от вратаря. Депай подбегает. Ой, ой. Нет. Какой же пас был хороший, Депай. Ну, он был слишком сильным. Нет. Так. Отлично. Не, мы можем теоретически. А, ну такая бумага, ну потом. Так, есть пас, пас. Депай. Ой, какой ж такой пас был дебильным. Ну. Ну. Так. Так. Оп. Нет. Отлично. Хороший вратарь у меня. Сейвит хотя бы. Вам. Вернер выбивает. Так. Отлично. Вернер, Вернер, Вернер. На Депая. Гол. Хороший пас был. Очень хороший. Какой следующий турик? I'm Dallas. Ага. Так. Выбил, молодец. Эц, прессинг. Прессинг от Диаби. Вер. Депай. Дубль Депая. Бам. Так. Альфонсо Дэвис, это плохо было. Отлично. Ну, прессинг хороший у Арсенала. Ай-яй. Отлично. Думал, это Гарт уже симулирует. Бам. Тихо. Тихо. Оп. Фоден. Эй, Вернер. Вернер. Молодчинка. Подлагивать не могу. Сейчас связь вернется. Такс. Mm.
Ой. Плохо Перейра сыграл. Оп, отлично. Маркс. Маркс хорошо работает. Работает на результат. Надо Вернер выбивать, он выбивает. Ну, вот такое. Это где мышь на Арсенал Стадиум, да? А, Эмиратес, Эмиратес. Эмиратес Стадиум. Ну, два дубля у нас, это... Эх, Бэл под номером 9 вообще непривычно видеть. Вообще. Вообще даже, ну... Может, это будет сейчас проклятие 9 номера? Ой. Бэл. Бэл, Бэл. Окей, это пай. Это шанс на хэт-трик. Блин. Но они пофиксили вот это. То есть, чаще всего тут просто защитники расстоят и тебя смотрят, а ты вот так вводишь. А сейчас они хотя бы действуют. Не дают тебе просто так забить. Фоден. Ой. Ой, Дэвис, как так сыграть можно? Стоять, защитник стоял на месте, он дает ему мяч, буквально. Так, Маркс, 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 Маркс. Так, дальше. Поехали. Хак. А, это Першич. У него капитанская, разве не у Хаки? Оп. Подан, побежал. Подан. Подан. Беги, пожалуйста. Надо было через верх. Да, отдали мы Габриэла Алвеса. Ну посмотрим, может у него карьера сложится лучше там. Потому что я хотел его реально продавать. Я думал, ну, рано поздно его продам. А так Манчестер Сити делает хорошее предложение. Оп. Оп. Депай. Ну, Депай закрывает. Закрывает мусор. Можно заканчивать матч. Ну что, 60-я минута. После матча в интервью. Вот, добавили наконец-то то, что реально не хватало в FIFA 21. То, что ты можешь пропустить матч и после матча в интервью запустить. А раньше, 21, ты просто пропускаешь, ну, пропускаешь матч, и ты не можешь дать после матча в интервью. Это было вообще фигово. Депай. Пример для всех. Мы сегодня ожидали большой борьбы. Молодцы. Хорошо сыграли. Очень хорошо. Первый гол пропустили как от Одегарда. Не забыл их подпускать. А, вакансии по работе со сборными. Что-то мне... Что вы там мне пишете? США и Греция, да, мне предлагают? Ну, вообще класс. Прямо... США и Греция. Так, а какие тут сборные есть, кстати? Сохраните, выйти. ФЦ Интер Киев. Должна же быть сборная Украины, если я не ошибаюсь. Так, сезон, быстрые режимы. Установлю связь. Быстрый матч. Загрузка и применение онлайн составов. Чё?
онлайн состав. Это типа апдейтят, типа. Типа застава, который апдейтится онлайн. Так, классический матч. Так, мне нужны сборные, женщины. Так, не женщины, мне надо Австралия, Япония, Индия, КНР, США. А, у национальной сборной. Чайна, Уэльс, США. Украина есть, а любую. Что там? Окей, есть хозяева, гости. Сейчас вот пока я его первый раз Что по команде? Ярмчук, Зинченко, Цыганков, Соболь, Матвиенко, Забарный, Тимчук, Бушан, 74. Хорошо, пятый 76 все-таки. Ну, такое. Степаненко, Малиновский, Ярмоленко, Ярмчук. Но с таким составом можно выигрывать. Очень, очень хороший состав, который... имеет потенциал, реальный потенциал. Шапаренко, Сидорчук, Караваев, Микаленко. А чем ЛЗ? Он же должен быть этим ЦОПом, нет? Так, конопля. Лунин. О, Лунин есть. 74. Пихоленок, Трубин, Бонда, Корниенко, Коваленко. Ну, такое. Неплохо. Неплохо. Реально 4 звезды состав. Так. Я хочу быстро... Не, не быстро. А, надо выйти еще раз. Сейчас. Точно. Точно. О, вот, продолжить карьеру. Родри. Родри играет уже за Бавари. Родри же был от этого. Я два раза играю с Ватфордом. Ну, я тебя выпущу на поле. Чё он переживает? Я подумаю. Сейчас. У меня же все стратегии с Вернером. А, у меня тут его не было. Вот тут меня его нету. Блин. Ой, боже мой, это ж, блин, вот так тяжело вот это сделать, чтобы ты мог нормально, ну, тут все повыбирать. О, наверное, хотя бы в запасе тут, аллилуйя. Так вот правильно. Вернер есть, тут нету. И Вернер, правильно. Ну так вот хорошо даже. Да, отлично. Шаг в бок. Отлично. Даже скипну. Мы сейчас проиграем, очевидно. Эти скипы, они вообще не работают. Ничья.
У меня топ-клуб, который выносит Манчестер Сити и Ливерпуль, играет дома с Ватфордом в ничью. Герпелион по сам дьябе. Отлично, мне нравится. Работаю упорнее. Он должен забивать 5. Довожу до сведения, что? Что ты за доводишь до сведения? Окей. Качается. Он А, качается. ты хочешь налить сюда? Давай я тебе налью А, могу? Подожди, а он продолжает качаться, как я ему сказал. А, теперь прокачался и все, и больше не будет качаться. Классно. Раньше он качался, пока не старел. Симуляция. Если опять сейчас какая-то идиотия произойдет. Проиграли. У них три момента было, у нас 7. Они забивают 2, мы 1. Ой, боже мой. Почему эти симуляции перестали работать нормально? Почему тебя стимулируют играть матчи, которые ты не хочешь? Почему они как пропустить? Я хочу просто Thank you, пропустить everyone, for матч с coming. Thank you. Эфном. Can we take your seats? Вас никто And не we'll мог start getting обыграть. questions in now. Равный по силкам. Равный по силам команды Эвертон и ФЦ Интер Киев. Еще лучше. Okay, we are out of time, unfortunately, so we're going to wrap up. But thank you, everyone, for coming. Так, я пока сделаю интересную вещь. Так. На сайте Ashel TV я делаю пик такой, кто тут. Ну, сейчас покажу, как это играется. Сейчас. Choose your lineup. Окей. У нас вот такие первые матчи на предстоящем турнире в Далласе. Снакс. Эра броки выберу. Хотя бы броя. Зачем мне броки выбирать? Нужно выбрать какого-то снайпера, да? А кто снайпер тут? У них снайпера нету. Тут этот, но он дорого стоит. То есть у меня в чем суть? Мне надо за 1 миллион выбрать игроков. Видите, тут каждая цена своя. Мне надо Хейдес. Может Хейдес, а он же снайпер. Выберу Кэдиана, тут Рейна. Что за песня? Ага. Ликвидах. Ну, я не знаю, тут можно кого-то. Тапсона, как КТшника. И у меня пятый еще. Это еще два. У меня денег нет уже. Плохо. Полно. Что с ним придумаю? Покупаю команду. Кэдиан снайпер. Рейн мощный. Вот эти. Керриган капитан. Они будут побеждать. Фон. Кемпер.
они играют медленно, да. Надо вот это поставить тут. КТ, КТ, а тут. Тюфрайгер. Бустера. Они против кого? Ага. Я сейчас против, что пикнут. Клатч. Ассист. Вот ассист, да? Батька Фоллен. Что тебе мне дать на матч против Фурии? Трид киллс. Вот такие. Повеселиться. Так, хорошо. Изменим расписание. Челси. Матч с Челси. Перенесли. А что у меня задача? Закончить чемпионат в середине таблицы. Ну, мы, наша задача выйти в Лигу чемпионов. О боже мой. Это ненормальная форма. Она просто так кажется. Странная, но... 2-0, алло. Вернер забил. Дубль. Дубль от Вернера. Называется. Блин, а у вас тут вообще так оно. Печально. Сейчас метод наложения. Полноэкранный источник. Установить свет. Удалить. Порядок. Ой, не то. Не то, не то. Не это я хотел сделать. Аня! Оставлю так, как и так. Бёрни. Сейчас проиграю Бёрни. Сейчас бы Бёрни проигрывать. С таким топ-составом. Какие отправляются? Молодежка. О, вот это важно. Кого взять? Вот этот хороший. Вот этот хороший. Вот этот. Кравченко. Какие у него усы в 15 лет, да? Там та-та-та-та. Один. А, ДП получил. О, Диаби, Вернер и Вернер. Вернер хорошо работает. Не зря я выбирал его. Беспроигрышная серия. Отлично. Две ничьи? Не. Все матчи. А как это тогда? Пять побед? А, пять побед, две ничьи. Я вот легкая судьба моя. Брайтон. Сейчас проигрыш брает. Не. Ну что, семь моментов. И семь, за семь моментов они забили один гол. Это очень странно. О, против Фуды на высоте. Нет, нравится. Ой,
Так. Поехали, выход на поле. Вернер против бывшей команды. Ай, фото. Дриблинг внутри зоны. Голов. Ну, если Вернер становится чемпионом. Да-да-да. Против большого клуба. Поехали. Какая классная форма, боже мой. Ой-ой-ой. Штрафной. Лукаку. А что Лукаку делал тут? В этой... Ну, если Бейл забьет. Так что ж, а он, по-моему, не видел, что я приходила. Здорово сыграл вратарь. Надя, спокойно. Ну, запах придется. Так, еще раз, давайте. Главное сейчас не отдавать им преимущество, а дали преимущество. Отлично. Подан. Оп. Они не попадают. Они не попадают, вот только мазали будем. Немногие ожидали так открытия от гостей, но мы смотрим на турнирную таблицу. Подан. Опа. Отлично. Подан сбивает. Лукаку Челси. Не-не-не-не-не. Оп. 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 Окей. Макс. Отлично. Ой-ой-ой. Как же так Вернер посылать? Ой-ой. Лукаку. А что-то посмотрел, а кто у них нападение по итогу? Не так. Yes. Общие сведения. Уровень игры. Так. ФЦ Интер Киев. Мартинес. Отобрал. Теперь они ведут в счете 1-0. И это после 11 минут игры. А как года читаются по-немецки? Вот как по-английски 19-80, например. Не хочешь. Нет. 19 сотен. Нет. Ромелу Лукаку. 1000, 2000. Правда, не отдавать. Вот, знакомое лицо Вернер. Ну, это эти фишки с знакомым лицом были всегда в FIFA. Ну и комментаторы, насколько я слышу, вроде бы так же говорят. Так. Так. Так, пацаны, откроем. Difference. Глубокий. У нас глубокий difference. Пассивно играть. И в Челси надо играть пассивненько. Лонгшот. Плохо, что не заблокировал лонгшот. Надо блокировать, конечно. Тем более, зная то, что тут можно забить такой лонгшот. Ну, хотя шансов уже больше. Депай? Да, я думаю, это пас на Депай. Отлично, сейф.
Перейра. Бэйл. Бэйл плохо играет. Пас. Пас. Декабрь, ноябрь, октябрь, сентябрь. Август. Умница. Не зря я вот эту Альвиса продал и купил Вертера. Не самая худшая инвестиция. С учетом того, что играю я, и Вернер тут не кажется деревянным. Потому что в 21-м он считался вообще деревянным. Не разогнаться, ничего. А тут он вроде неплох. Ну вот это хороший показатель, если он вот так вот может пройти. Оп. Ой-ой-ой. А там сейв был? Да. Мэнди, конечно. Так, еще раз. Тец. Ой-ой-ой. Подан. Какой гол. А вот здесь есть, как дата читается. Дата читается в немецком. Так, дальше, Фоден. 19 сотен. Отличный гол от Фодена. Да, так, да, дальше. Надо больше агрессии. Пацаны, давайте. Вот в центре надо больше... А, ну тут... Давай. Отлично. Дэвис. А тут можешь пока медленно. Оп. 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 Ой-ой-ой. Хороший пас на Дупая. Подлагивает. 101 Джаби. Ой. Вернер. Вернер плохо. Вернер плохо. Тыц. Тыц. Ой. Джаби. Офсайд там? Да, офсайд. Все равно. Там все равно офсайд. Канте. Так. Ну это не фол. Очевидно, это был не фол, да. Ну мы ж на стадионе Челси, поэтому это не фол. Да, на 3-0 мне что-то неинтересно уже. Ура, первый сухой матч. 4-0 Манчестер Юнайтед обыгрывает Ливерпуль. Что у этого Манчестер Юнайтед? Роналду. Так, сходится. Окончено. Я тебе большего. Медина. Медина. У меня цопа нету. Мне больше нравится атакующий футбол. Манчестер Юнайтед обыгрывает. Джейден Райли, кто это? Ага, это ты. Ну, пойди в Челси.
Ой, Ливерпуль хочет еще купить. Купайте. Если вам понадобится, я буду за вас доволен. Так, октябрь. Ой, боже. Продолжаем после тренера Швеции. Аня. Отклонить. Она эту трубку, это сама называет. Дай сюда. Спасибо. Лиц. Вот если сейчас проиграют, я не поверю в это. Ну, победили. Ноль моментов у Лица. Хорошо все с защитой. Еще ноль моментов. Задачи не выполняются. Почему не выполняются? У меня 84. 84 рейтинг. Так, лидер по сухим матчам. У нас 5 сухих матчей. Что вы гоните? Что вы гоните? Какие сухие матчи? Ну, Депай сбивает 10 и Вырвер 10. Хаверц 8. Бомбардир хороший. Фацакиев, Диаби и Депай ведут. Рен сухие матчи. У нас половина сухие матчи. Ну, мы лидеры. Манчестер Юнайтед второе место. Ну, Манчестер Юнайтед выбивать. Отчет. О. Не, у него 16 лет, у него такая борода. Я понял. Кто 16 лет такой бороду отрастет? Я ему пожму руку. Брэдфорд. Мэн Юнайтед. Что Мэн Юнайтед? Мэн Юнайтед кого-то победил. Нас лучший тренер месяца. И это не я. Я не проиграю. Я еще никому не проиграл. О, кроме Эвертона. Вполне. Конечно, я могу этот темп держать долго. От лиц, мальчишки. Спасибо. Спасибо фанатам. Нарешка. Прекрасная форма. Но можем играть еще лучше. Очень доволен. Супер-мега доволен. Не. Без расчета. 2 гола. Мемфис, Вернер. График развития. Ман Юнайтед переигрывает Ман Сити. Как? Ливерпуль даже не в пятерке. Как? Ливерпуль на 10 месте. Ох ты ж, ё-моё. В центр Киев. Такая же стратегия. 4-4-2. Ничья. У нас 6 моментов, у них 4. Как же так? Как же так выходит? Нас догоняют Ман Юнайтед. Волки. Волки уходят. В Румынии. Румыния. Не. Румыния. У нас что-то интересно нет. Конференция. Thanks, guys. We can get going now, yeah? Надо игроков настроить. Похоже, мы ничего сильнее. Собрано, давайте, пацаны. Битва титанов мы видим. Okay, guys, we are...
Не, я ж, ну, то есть я могу просто сказать там, но ты же понимаешь, что это не нужно. Ах, ну, у нас 4 монет, у них 2, они 2 забивают, мы 4 не забиваем. Первый проигрыш. Все по новой. О, а тут Михем сейчас... А, тоже проигрывает. Тоже проигрывает на Юнайтед. На этот день. По ноль. Вернер и Невас. Тимо Вернер. Отчет. И холодный киш, я люблю гораздо больше горячий киш. А, ушел. Ага. Это киш я уже... Не, они все какие-то... Приехали, я делала первую к вашему объезду. Там еще что-то пару раз делала. Тоттенхэм. Ну да. Кто знает, о каком года? Фоден? Фоден? А где Месси? Месси не кандидат дальше. Я понял. Поехали, выход на поле. Она сейчас зимнее трансферное окно, я думаю, все уже. Тогда начнется самый веселый трансфер. Артиллерия. Оп. 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 Отлично. Насейвил. Насейвил. Оп. Оп. Просто ставлю каждый удар Кейна. Оп. 12 ударов сейвил из 12. Гарри Кейн. 11 голов у него. Ведет он таблицу. Бомбардир. Но. То есть Тимо Вернер и Депай против него. О, новая анимация. Немного другая прокрутка камеры. Как... Год работы, если что. Это просто новая прокрутка камеры в стадионе. Оп. Отобрали. Молодцы. А что, Мемфис с травмой уже? Фоден. Фоден. Что у Депая там с ногой, а? Там легкая у меня травма. Сейчас гол забьет. Депай с травмы забивает гол. Вот это смена исполнителя удара, адресанта. Вот это останется, да? Окей, ладно, тут. Я понял. Я не знаю. Так тяжело игру доделать. Вы, подождите, вы ж не делаете ее с нуля. Вы же берете макет прошлой части и переделываете его. Так тяжело вот это было справа сверху убрать. Оно убралось наконец-то. Оно убралось, когда, ну... Когда там другая мишка должна появиться, тогда оно и понимает, что надо убраться. Оп. Ходан, ходан. Так, ой, пацаны, назад. Перера. Оп.
Оп. Оп. Оп. Байл. 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 Эц. Эц. Оп. Эц. Так. Эц. Побежал. Побежал. Оп. Депай. Депай. Дубль. Дубль от Депая. Причем легчайший дубль. Тут я вообще ничего не могу сделать. Ну вот что это? Вот что там этот делал защитник? Давал пространство. Он даже не делал офсайд. Эту стенку офсайдную. Он просто, ну, чуть ли не в отряд усил. Хоп. Он уходит, ну, в 1-1. В ноль. Да, Ларис уже не тот, конечно. Я думаю, тоже. Я, конечно, думаю, Тоттенхэм какой-то посерьезнее будет противник. Это после матча в интервью. О, ничья у Майнадет, мы выходим вперед. Хала, ФЦ, Интер Киев. We have questions. Типай 2 забил. Отлично сыграл. Просто умница. Мы сегодня ждали борьбы. Без трудностей. Легчайше. Ларис просто блистал. Был хорош. Ну, просто играть все. Ларис, который пропустил 3 мяча, как... А, там больше... Там больше была ошибка защитников, как они отдавали... Как они отдавали. Не все отдавали они. Овцы и таких. Он счастлив. Напишите, конечно. О, Ман Сити выходит. О, Ман Юнайтед. Ман Юнайтед. Ман Юнайтед. Мадрид. Три гола. Винисиус. Ман Юнайтед. Ну. Ну что ж, главное, наши соперники. Одни из главных соперников в лиге. Отличный дальше сезон, можете избирать место. Заковывает. Стинс, как вы думаете, если у клуба... Вероятность есть. Есть вероятность, что Ман Юнайтед как-то сыграет. Хорошо. А что у меня? Это провод. Все, провод появился. Так, еще раз напоминаю, у нас на стримах есть музыка. Тут музыки нету, вот на записи, те, кто смотрит. Тут играют отличные песни. Дэвис смотрит на Роналду. Ну, мы играем дома. Лоцано, Фернандес, Фред, Бускетс. А все-таки Бускетс они купили. Магуайр, Неделев у них, ага. Ага. Может что-то новое придумать? Чего такого? Давайте. Всегда можно же поменять время матча. А, через винты надо. Сейчас. Ну, класс. Вот это провисание. Мне интернет вообще не нравится. Классный интернет, кстати. А чё? Это было недостаточно?
Да, ну я ж винты. Хоп. Не умею через винты. Хотя я фифе 21 не умел. Мефис Депай. Король. Ой, какой, какая аренка, какая атмосфера душная. Да? Наоборот, приятная. Почему мне нужна максимальная поддержка. Будь то чат, я бы попросил бы чат поддержки. А Бейл просто проходит? А Бейл просто пошел к воротам. Что на правом фланге был? Кто-то на правом фланге был. Ну таки. Ну, Дэвид Де Гея, это вратарь, которого не, ну, не пробить. Вообще, реализм с Ман Юнайтед, вообще, я тут нахожу одни параллели. Вот без шуток, просто защитники что-то какую-то фигню делают. Де Гея нереальный сейв делают, который раз подряд. Просто. Ой. Ну, знаете, Де Гея аж пропускает тоже. Но... Меньше сухих матчей, чем у Ливерпуля. Ой, Санчо. А, Эпрера, извиняюсь. Так. Ну, через пас спокойно. Надо вот так вот. О, и сейчас надо бежать. Оп. Дяби. Оп. Вернер. Отлично, Вернер. Let's go, Werner. Let's go, Inter. Inter. Bale. Эй! Что за кап? Штангу влетит, конечно. Блин, Бруно Фернандес хорош, знаете. Ну, чёт. Он вообще идеально был. В 21-м он был очень имбовый. Он был очень быстрым и очень хорошо стрелял. Очень, вот тут, вот не знаю, вот. Кто хотел себе ЦАПа в 21-й, надо вот тупо пикать Фернандеса. А тут он такой послабее немного стал, не знаю, его пофиксили. Ну, ребаланс, ну, не знаю. Давай. Ну, тоже, Манинет какой-то вообще не соперник. Ну, вообще не соперник. Ну, что это? Ну, я просто их унижаю. Я даже не бью этим Диаби, да? А кем? Да, Диаби. Я просто, ну, просто посмотрите, ну, что это? Ну, просто там Депай касается мячика, и все. Легонько касается. Так. Просто угол поменять мячика не могу. И он просто долетает. 15 гол в 15 матче. 15 мячей, 15 мячей. Опа. Бейл. Пам. Верно. Yes. Ультра, мега, супер, короче. Не, ну, Ман Юнайтед — это вот эти челы, которые второе место сейчас занимают в лиге. Или третье там, да? Ну, разделяют с другим манчестерским клубом. Оп. Оп. Не. Пас. Оп. А, Перейра, извиняюсь. Диаби, чё я Диаби сказал? Ай. Пом.
Давай. Ай-яй-яй. А как там был второй? А, да. Неправильно ударил. 7 ударов. 7 ударов в створ, у маны на этот 0. Почему-то, значит, тут нету фейлов Магуайра. Магуайр, ну, как сказать, ну, то есть, тут он просто как защитник, которого обходит, и все. То есть нету такого, что типа Магуайр, типа, нам мячик, такого нету. То есть, просто проблема в том, что мы просто сильнее, и все. Дэвис. Все. Так. Пам. Пам. Ой. Ой. Хороший сейф. А, он... Это Фред. А, ну он даже не попал. Если это Фред бьет, то он как Стерлинг. Ой. Хороший перехват, мужики. Ну, вы же знаете, это ж долго. Тя, надо Фреда крыть лучше, и Роналду. Так, надо... О, о, первый гол. Аллилуйя. На 4 забить, чтобы разница в 3 мячика была, и все. Байл. Не, ну что Телос делает, да? Вот, вот, вот. О, Магуайр отобрал мяч. Вот кто в это поверит, да? Вот, если бы не это... Топ-5 вещей, которые бы никто не поверил, если бы они не были бы засняты. Оп. Я только рофлы про Магуайра знаю. И поэтому я только, наверное, по нему и буду шутить. Депай. Я вообще в мемном этом пространстве футбол не вообще не живу. Так. Оп. Ёшкин школьник. Оп. Ой, я думаю, сейчас отберут. Дяби. Он просто от этого Ласкиса обгоняет. Ой. О, это даже не угловой. Дяби. Гол. Такое за один тайм. Четыре давай. Да. Я даже не знаю. Ну, как такое возможно? Вот эти челы проигрывают типа 2-1 Эвертону или 2-0 Волкам. Депай, сейчас, давайте отвечу. Так. Ты можешь стать лучше. Депай очень хорош. Я Депай в прошлой части вообще был так себе. Не качался нормально. Что еще было у него такое? Он не качался, рейтинг у него был не такой уж высокий, то есть много лучше, ну, то есть лучше было бы Бензиму покупать, чем Депая. Депай при своем возрасте так сильно не качался. Если, ну, сами как качался он, скажем так. Если потерять игроков, это и Мата там и Матич. Игроки, которые прям нужны. Ой, Мата и Матич, это ж... Ман Юнайтед. Черт, я ж не за Ман Юнайтед играю. Биндер и Виндер. И Винтер. Биндер и Винтер. Вот этот.
О, хороший матч, 4-2. Бэйл, Бэйл, Мемфис, Болден, Невц. Бэйл. Бэйл, 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 Бэйл. Если не буду попасть в состав. Да задумайся ты о своих... Твои-то требования неуместны. Жестко отвечаю. Гвечет. Арсенал, я не хочу с ним играть. А что мы с Арсеналом опять играем? Мы же играли с ними не в рамках кубка. Северная Ирландия. Не предлагая стать их тренером. Найс. Как они меня вообще нашли? А чё, вообще, а Неос, он же капитан. А чё мы доводимся малым? Мы первые в группе. Мы должны... А чё ждали? А чего ждали от клуба, который даже не участвует ни в одной из лиг? От УЕФА. Хорошо. Ничья. Ну хорошо. Ну, с Арсеналом было лучше играть. Можно было намного лучше сыграть. Опять Лейстер. Может, уже второй раз с Лейстером. Мемфис, Вернер. 2 в 2. С Кристал Пэлас. Кристал Пэлас. О, боже мой. Да ты ТПЛ. Я тебя брал, потому что ты ПП и ЛП. ПП ПФА. У тебя нужно быть в форме, братишка. У него уже 80, он уже вообще стареет, сейчас будет умирать. Да. Думаю, но... На вот этом моменте 1 января можно закончить. Скучный день, на самом деле. То есть, допустим, в 21-й FIFA не было такого, что ты пропускаешь против Crystal Palace и проигрываешь им типа 2-2. И, короче, ничего, играешь 2-2. Но... Ну, какой Crystal Palace? 2-2. Это ж вообще... Тут продолжает скауда следить за вот этими, которым ты отказал. Не знаю, мне больше нравится, когда всем отказывал. Говорил, типа, нет, ты выбрал. Говоришь, от выйти, и он всех вот этих челов удаляет в списке. Ливерпуль пока возвращается на 6-е место. Волки занимают почетное 5-е место. Ман Юнайтед, да, 43 очка. На 4-м месте Челси. Единственный лондонский клуб в топ-5 попадает на 3-е место. Ман-Сити вплотную с лидерами гонки премьер-лиги с ФЦ Интер из Киева, в скобочках Норвич. Но посмотрим, что там. Ну, Ман-Сити это Рен, и это Рен единственный серьезный оппонент, который был. Короче, что я... Кому я это рассказываю, да? Кто в записи посмотрит, тот посмотрит. Короче говоря, спасибо, кто посмотрел до этого момента. Кто там... Ну, на стриме никого не было благодарить, да? То есть на стриме никто не был. Так что, надеюсь, вы посмотрите этот ролик. Там и так далее. Поехали.